Добрый день. Здравствуйте. Ну, тут у нас все как всегда, лабораторные и выступления на лекциях. Вы к курсу подсоединились уже? Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Скорее всего нет. Скорее мертв, чем жив. Давайте подключимся. А это делать на Туисе или? На Туисе. А где еще? Давайте скажите, где еще это можно делать. Дмитрий Сергеевич, еще один вопрос. У нас два новых человека в группе. И их сейчас еще нет в официальных списках. А вы не могли бы их добавить в группу, чтобы у них тоже в расписании это было, чтобы не каждый раз отправлять? Не могу, не могу. Понятно. Значит, ладно. Во-первых, сейчас посмотрю календарь. Тут у меня написано, что еще Бентил и Ибрахими подключены, кроме всей группы. Это они? Нет, это не они. Они у нас. Ну, я не знаю, кто такие. Ну, в общем, все пишите Анне Владиславовне. Хорошо. У меня просто нет полномочий это сделать. А как они появились-то? Не было, и вдруг появились. С Академа вернулись. А, понятно. Угу. Про меня? Значит, к курсу подключились, посмотрели, что там у вас? Этот курс должен был бы появиться в мои курсы в личном кабинете. Ну да, у вас НКНБД, да? Да. Да. Просто я, например, у себя не вижу этого предмета. Сейчас. Нет, я подключен. И вы? Я тоже подключен. У меня есть. НКНБД 1.17, да? Да. Да, вроде вот подключены, я смотрю. У меня есть. Угу. Да, все, извините. А вы хорошо. Хорошо, что у вас есть. Итак, тут у нас лабораторные работы идут с совместной оценкой. Значит, первая лабораторная работа, вы виртуальную машинку ставите. На чем ставите, это ваше личное дело. А потом любой CentOS ставите. Почему CentOS? Потому что у нас есть лабораторная по Selinux, а Selinux реально работает нормально только в CentOS. CentOS ставите, ну, восьмерочку. Вы же умеете ставить CentOS, да? Вы ставили его? Да, да. Вот, очень хорошо. Ставите CentOS и в нем работаете. Всего лишь 8 лабораторных работ на целый семестр. Очень мало, я понимаю, но, извините, я не успел расширить список лабораторных работ. У нас, кстати, семестр, да, в этот раз? Не могу, к сожалению, да. У вас... Семестр, да. Жаль. Четвертый курс вот так вот попался под семестр. Значит, соответственно, у вас лабораторный раз в неделю, а лекции через неделю. Значит, давайте вот внизу лекции. На лекции у нас вы можете делать доклады.
Соответственно, доклады выбираются по лекциям. К каждой так называемой лекции прикреплены список докладов. Видите, да? Да. Ну, значит, соответственно, вы делаете один доклад за весь семестр и радуетесь. А как будет проходить? Мы будем защищать лабораторные работы или нет? Вот вы хотите? Не очень. Я тоже не хочу. Поэтому, если будут вопросы, мы, конечно, будем обсуждать вопросы по лабораторным. Но вдруг кому-то покажется, что ему слишком высокую оценку поставили, тогда мы пойдем навстречу человеку. По количеству баллов доклад, итоговый тест и лабораторные работы, правильно? А БРС у нас, давайте посмотрим, БРС. В БРСе там лабораторная работа, баллы распределяются за саму лабораторную работу и за оценивание. 48 баллов за лабораторные работы, 16 баллов за оценивание максимально. Это сколько у нас получается? 54, да? Сейчас. 64, да. 20 баллов за тест финальный. Тест простейший. Значит, итоговый тест, дата точно не проставлена, так она тут примерно проставлена. Будет приказ по факультету, когда итоговое тестирование, ну вот тогда оно и будет. И 16 баллов доклад. Итого получается 100 баллов, правильно? Да. У нас тут еще сроки лабораторных работ там до декабря все. Это нормально? До декабря просроченные. Да, понял, да, все. Ну, вот так вот. Так, еще вопросы? Если защиты не будет, нам нужно подключаться на первую пару в четверг? Если вопросов понедельник. Нет. Понедельник. Нет, это не обязательно. Если нет вопросов, то, конечно, нет никакой большой необходимости. По приказу, по тому, который сейчас издан, с 1 ноября занятия очно. Но это предварительный приказ, никто не знает, как будет на самом деле. То есть, может быть, продолжит заочное, а может, с 1 ноября, то есть со второй четверти пойдет очное. Так что тут вы должны быть внутренне готовы к этому. Ну все, пожалуй, вот давайте вопросы, какие еще есть. Нет вопросов? Нет. Хорошо. Можем отключаться? Можете отключаться и делать лабораторную работу. Спасибо, до свидания. Значит, ну и, соответственно, если вопросы будут по лабораторной, то можете задать на следующий раз. Хотя я думаю, что вопросов не будет. В десятке могут быть проблемы, но это вы сами знаете. Там нужно родной виндовый виртуализатор отключить.
Но это вы сами сумеете. Все. До свидания. До свидания. До свидания.